Здравствуйте, жители Фрунзенского района! 17 апреля состоится знаменательное событие. Дима, ты знаешь какое? Да, день рождения Фрунзенского района. Правильно? Именно поэтому мы с Димой, учащимся 19-й гимназии, решили провести вас по страничкам истории нашего района. Ну что, поехали! Ровно 72 года назад на карте белорусской столицы появился новый район – Фрунзенский. Он расположился в северо-западной части города. Наш район назван в честь Михаила Васильевича Фрунзе. Он был военный деятель и полководец. Уже в 1978 году в состав района включили деревню Большое Медвежино и Барановщину. Ныне это микрорайон Запад. В 90-е годы во Фрунзенском районе активно начали возводить новый микрорайон – Сухарево. В 2004 году к нему присоединили территорию Минского района. Так появились Мосиковщина, Кунцевщина, Домбровка и Каменная Горка. Сейчас мы стоим рядом с музеем истории дорожного хозяйства Белого Тодора. Он был открыт 21 января 2004 года. Коллекцию свой музей начал собирать еще в 2002 году. В открытой площадке представлены несколько видов вмещения дорог и придорожных ростовых столбиков, каменного мостика и придорожная часовня. Мы с вами находимся на одном из известнейших мест Фрунзенского района – Минском Кальварийском кладбище. На Минском Кальварийском кладбище около 30 тысяч захоронений. Здесь есть могилы погибших солдат во время наполеоновских войн Первой и Второй мировой войны. В 1841 году здесь был построен Крестовоздвиженский костел. Сейчас Крестовоздвиженский костел является действующим. Фрунзенский район пропитан скорбью о погибших во время Великой Отечественной войны. Я сегодня нахожусь возле одного из многочисленных памятников, посвященных жертвам гетто. Находится рядом с Кавалийским кладбищем. С днем рождения, Фрунзенский район! Трелям соловья тихо вторит эхо, спит еще земля и в дымке речки полоса. И еще горят звезды в небе где-то, до восхода остается лишь открыть глаза.